Праздник праздником, футбол по расписанию. Сейчас на Малой арене «Шериф» играет «Зимбру». Это второй матч полуфинала Кубка Молдавии. На кону путевка в финал. Как дела у «желто-черных», расскажет Александр Питковский. До конца матча «Шерифа» с «Зимбру» остается минут 5. Счет 1-1. Желто-черные пропустили в первом тайме после ошибки Бернардо Вилара. После этого эпизода он получил травму, и вместо него в центр обороны вышел Де Фрейтас. Потом «Шерифу» удалось сравнять счет. 1-1 забил Жоао Пауло. И сейчас «Шериф» последний отрезок матча проводит очень в высоком темпе. Атаки идут одна за другой. Будем надеяться, что в оставшееся время «Шериф» сможет забить гол, перевести все в дополнительное время и пенальти. Если «Шерифу» не удастся забить гол за последние 5 минут, то финал пройдет «Зимбру». И «желто-черные» упустят еще один трофей в этом сезоне.